колядки – особые обрядовые песни, которые исполняют в период от Рождества Христова до Крещения Господня. Колядование – старинная народная традиция, которая особенно была распространена в деревнях и селах. Для того, чтобы не забывать традиции наших предков, регент Христорождественского храма Дарья Бриллиант организовала в нем фестиваль хоров, святочных песнопений. 4 года назад у нас был здесь клуб молодежный, я была руководителем этого клуба, и в один прекрасный момент мы с девчонками ехали с очередной нашей поездки в машине, и играла колядка. А я выросла при монастыре, где в монастыре постоянно были колядки, куда приезжали тоже хоры. Я начала девчонкам рассказывать, как это все у нас красиво было. И в шутку говорю, давайте мы у нас тоже сделаем. Ну, конечно, все посмеялись, а потом я думаю, ну, может, мы просто посмеялись. Пошла к батюшке-настоятелю, говорю, давайте сделаем что-то похожее. С каждым годом в мероприятии принимают участие все больше коллективов. В этот раз приехали 14 групп, которые состоят не только из взрослых, но и из детей. Они исполнили более 40 произведений, посвященных светлому празднику. Нам, конечно, очень приятно, что люди приезжают в наш храм, древнейший храм вообще Московской области. Людям нравится здесь. На фестивале выступил коллектив из Молдавской республики. Его название на русский язык переводится как «домашний очаг». Участники исполнили рождественскую колядку на родном языке. Стараемся даже далеко от дома, от страны, сохранять традиции, культуру и обычаи молдавского народа. Желание разделить радость праздника Рождества Христова объединило всех собравшихся в Бесединском храме, подарив добрые и светлые чувства как исполнителям, так и прихожанам. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.